Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку. Сегодня я бы хотел вам рассказать о доме на Фонтанке 14. Архитекторы Щусев, Штекеншнайдер. Год постройки дома 1746. Тем он перестраивался с 1902 по 1910 год. Особняк Алсуфьева. Алсуфьев обергофмейстер. Это придворный чин. В России введен в 1722 году при учреждении табеля о ранг. Это один из высших придворных чинов Российской империи, введенный, как я сказал, в 1722 году. Его обязанности входило заведование штатом и финансами императорского двора. Форма тулования — ваше высокопревосходительство. Данные я беру с сайта City Walls и некоторых других интернет-изданиях, то, что я нашел в интернете. Так, Алсуфьев Василий Дмитриевич. Образование получил в пажеском корпусе, был произведен в корнеты Ахтырского гусарского полка. В составе полка под командованием Давыдова, известная личность, принял участие в походе во Францию и за отличие в сражении был награжден орденом Святой Анны 4 степени. Перен в лейб-гвардии гусарский полк, в 1715 году прибыл в Россию. В России он познакомился с Александром Сергеевичем Пушкиным, по семейным обстоятельствам оставил военную службу, выехал за границу, где часто встречался, совершал путешествия с Жуковским, русским поэтом, одним из основоположников романтизма в русской поэзии. Женился на Марии Алексеевне Спиридовой. Мария Алексеевна Спиридова — дочь адмирала Алексея Григорьевича Спиридова. В 1825 году назначен почетным смотрителем Звенигородского уездного училища, затем был пожалован камергеры, а затем церемонимейстеры, статские советники. 12 октября 1840 года переведен в Петербург и исполнял должность гофмаршала двора цесаревича Александра Николаевича. Был пожалован чином обергофмейстер в 1850 году, награжден многими орденами: Святой Анны, орден Белого Орла, орден Святого Владимира, орден Святого Александра Невского, ну и так далее. Кончался скоропостижно в Риме в 1858 году, погребен в Москве на кладбище Данилова монастыря, рядом со своими предками. Вот как о нем писали: умный, добрый, истинно русский человек. Горячо любил свое отечество, держался старинной простоты в жизни, избегал утонченности новейшего комфорта и роскоши. Но любил изобилие за столом своим, за которым сидел как патриарх, окруженный многочисленным семейством. Действительно, у него было в браке 7 детей. С его сыновьями и племянниками был хорошо знаком Лев Николаевич Толстой. А в его Вологодском имении помощником управляющего лесными имениями служил отец Гилеровского. Будущий писатель в этом имении и родился. Сыновья: Алексей Васильевич, генерал, филолог, женат на Александре Андреевне Миклашевской. Адам Васильевич, генерал-лейтенант, женат на Анне Михайловне Обельяниновой, племяннице канцлера Горчакова. Ольга Васильевна, дочь, замужем за Васильчаковым, владельцем усадьбы Каралова, это неподалеку от Ершова. Дарья Васильевна, дочь фрейлина, вышла поздно замуж за Антуана Моро. Скорее всего, это сын Анны Екатерины Шарлотты Бутье де Сенгин, от брака с Жаном Пьером Теодором Моро де Мельтьер, пленным французским офицером. Хорошо была знакома с Жуковским. Дочь Александра Васильевна замужем за графом Зубовым. Мария Васильевна в замужестве за Мендорфом, сыном барона Мендорфа. И сын Александр Васильевич, генерал-адъютант, начальник канцелярии императорской главной квартиры Александра III, был женат на графине Екатерине Львовне Сологу. Вот такое большое семейство графа Алсуфьева, которому принадлежал дом на Фонтанке 14, архитекторы Штекеншнайдер и Щусев. Ну вот примерно все, что я нашел в доме по адресу Фонтанка 14, этих людей, которые здесь жили когда-то. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего, до новых встреч.